Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на модель учебно-боевого самолета Як-130 от производителя Китти Хок под номером КХ-80-157. Данную модель я приобрел в интернет-магазине Масштаб за 3000, ну там она получается стоит 3095 рублей, но у меня есть скидка, она обошлась мне немного дешевле. Ссылка на интернет-магазин и на данную модель будет находиться в описании к данному видео. Ну а теперь давайте приступим к нашему обзору. Обзор скажу сразу, я коробку просто открыл, все ледники буду вскрывать при вас, поэтому будем все смотреть, можно сказать, с вами все вместе. Ну давайте первое, что вам покажу, это такая достаточно большая коробка. Ну, это норма для реактивной авиации в 48-м масштабе. Снимаем наш красочный, красивый боксарт. На торце у нас нарисованы варианты декалей. Вот. И теперь давайте приступим к нашему обзору. Тут у нас инструкция. Также в наборе присутствуют два смоляных пилота. Это вообще шик, я вам скажу. Так, это у нас подлитник с прозрачным пластиком. Ну и давайте по мере. Ну, вообще-то ладно. Сейчас достану все литники сразу. Вооружение. И вот наши декали. Так. Так, все это добро отложим. И будем все потихоньку с вами открывать, вскрывать и смотреть. Так, ну начнем давайте с пилотов. Пилот у нас выполнен из смолы, масштаб 1.48. Один пилот у нас находится в сидячем положении, то есть, как вам показать, вот. И на нем уже присутствует маска, и он что-то делает там на планшете. Ой, так. И второй пилот у нас находится вот в положении, как будто он, получается, ползет по... В общем, скажем так, правильно сказать, забирается в самолет, ну, садится для посадки. Пилот у нас, насколько я понял, это смола, ну, либо очень-очень хорошее исполнение пластика, но пилоты, они выполнены вообще четко. Все у них проделано, все прорисовано, все пропечатано. Это просто шик, а не пилоты. Давайте дальше. Далее у нас что? Давайте декали посмотрим. Тут у нас травление в наборе. Модель, скажем так, стоит относительно недорого. По отношению к аналогам разница примерно в 1000, чуть-чуть больше 1000, но посмотрите, что вы получаете. Вы получаете смоляных пилотов, вы получаете лист с травлением. Так, вот лист с декалями. Далее это техничка у нас так называемая. Дальше следующее у нас. Все покажем, все посмотрим. Еще одна такая деталь. Дальше. Обратите внимание, пирошнур, он выпал, вроде он так называется, в общем, могу это неправильно назвать, но вроде это пирошнур, он у нас, получается, у данного самолета крепится, не крепится, а находится на фонаре, это, и он выполнен здесь в виде декали, но думаю, что
можно будет найти скоро и всякое отравление, и все. Много что у него. Так далее, что у нас еще здесь есть? Здесь у нас ремни. Вот. Отравление классно, также тут все припечатано, все видно. Так, еще учитывайте, что это 48 масштаб, и если вы не будете сажать пилотов, то через остекление там будет вообще все видно. То есть там кабина, она большая, все это видно. Ну, теперь инструкция. Давайте посмотрим, что у нас в инструкции. Инструкция выполнена в виде книжки. Так, ну, формат, наверное, А4, конечно. Поменьше. Плитники, какие присутствуют в наборе, показывают. Далее. Да, это у нас смоляные пилоты. Дальше показывается сборка самой модели. Сборка показана очень подробно. Прям каждый шаг, все четко это показывается. Что, куда и как, где это все дело закрепляется. Далее. Здесь у нас инструкция была черно-белая. И теперь появляется такой лист. Это у нас, я так понимаю, середина инструкции. Да. Это можно инструкцию раскрепить. Допустим, если вам так удобно, да. Это все дело вытащить, где-нибудь повешать или поставить. Но это у нас листы, получается, с декалями. Декалями на вооружении, декалями на самолетах. Что куда крепится. Ну и варианты. Варианты. Декали, давайте я вам. Ну, с декалями, конечно, тут не очень удобно, они намудрили. Пол самолета тут, пол самолета там. Ну, давайте сейчас могу покажу. Так. Это у нас Як-130 Бангладеш. Далее у нас. Ну, это наш отечественный, русский Як-130. Далее следующий у нас декаль. Тоже это наша модификация ВВС России. Далее. Также наша. Тут что-то. Ну, тут, я так понимаю, остальные все будут наши. Да. Крепление вооружения к самолету показано. Ну и дальше идет процесс сборки. Так, тут у нас, да, то есть получается вот этот пилот, он один сидит в самолете, а один по лестнице, по стремянке, правильно это назвать, может как-то, конечно, любители авиации меня будут судить, если я какие-то неправильно называю элементы, но так уж простите меня. В общем, один в положении, что он забирается в самолет, один сидит в самолете. Дальше продолжается сборка модели. Сборка вооружения. Каждый шаг, все четко, все показано, что и куда. Далее варианты подвесного вооружения. И все, инструкция заканчивается. Ну, теперь давайте будем смотреть наши литники. Хочу обратить внимание, что здесь каждый литник выполнен в своей упаковке. Сейчас я буду вскрывать литники ножом. Нож модельный. Это у нас нож от фирмы. Набор у меня инструментов от фирмы Менг. Кстати, приобретался также в этом магазине. Интернет-магазине Масштаб. На всякий случай ссылку на набор инструментов также выложу. Давайте посмотрим. Наш первый литник, который лежал в самом верху. Так, ну что тут сказать. Все четко. Клепочка вся видна. Все пропечатано шикарно. Так. Тут маленькие.
мелкие детали также пропечатаны, хорошо сделаны. Толкатели на внутренних частях элементов. Но хочу обратить внимание, что данный лифт не чистый. Все хорошо. Далее. Следующий лифт. Аккуратненько открываем его. Ну тут вообще шикардос, больше никак назвать не могу. Клепочка вся аккуратненькая, вся пропечатана. Обалдеть вообще. Ну, просто нет слов. Так, тут получается вот данный элемент. Постараюсь показать поближе. Не получится. Тут сымитированы у нас какие-то трубопроводы, что ли это назвать правильно. Какие-нибудь маслопроводы. Ну, в общем, скорее всего, здесь можно будет, конечно, все это оставить в пластике. Но, думаю, любители более полной детализации заменят это на проволоку. Толкатель на внутренних частях элементов, мелкие детали все пропечатаны хорошо. Дальше следующий литник. И с вооружением. Я его не буду доставать из пакета, потому что здесь также все прекрасно видно. Тут два ледника я лучше. Так. Ну, тут все пропечатано. Вообще шикарно. Каких-либо дефектов на данном леднике не обнаружено. Толкатели все на внутренних частях лежат. Далее следующий. Тут также у нас вооружение. Так, тут у нас есть ракеты. И на ракетах, получается, также есть места с клепками. Клепка припечатана шикарно. Еще мне классно понравилось. Каких-либо дефектов не обнаружено на данный момент. Далее еще один литник. Давайте я его вскроем. Только что большое количество мелких деталей. И посмотрим с вами немножко поподробнее его. Так. Смотрим. Большое количество мелких деталей. Также здесь присутствуют детали, скажем так, с расшивкой. То есть она пропечатана хорошо. Модель еще супер. Понравилось. Толкатель на внутренних частях элементов. Так, шасси у нас даны. Меня просто спрашивали. Обращу на это внимание. Не под нагрузкой. Да, конечно, могли бы сделать и под нагрузкой, как многие это любят, но и проблем, кстати, нет и самим сделать, и сымитировать. Ну и наш литник с остеклением. Так, здесь достаточно большое стекло. Вот, через него все прекрасно видно. Тут у меня просто есть немного текста, и я через него смотрю. То есть текст полностью читается без искажений. Также большое количество маленьких разных деталей здесь присутствует на данном леднике. Они будут использованы при постройке самолета. И также при них только положительные отзывы. Ну вот и закончим наш обзор. Закончим на его вот так вот коробочку.
Если вы любите авиацию, если вы любите современную авиацию, то эта модель обязательно должна быть у вас. Модель шикарная, то есть сразу обращаю внимание, клепка, все пропечатано, дефектов никаких нет. Ну, что также в наборе присутствует два смоленных пилота. Также в наборе присутствует большое количество вооружения. Также в наборе есть плата травления. То есть все, что нужно для хорошей качественной сборки. Вот. И как я сказал, где я приобретал эту модель, это интернет-магазин «Масштаб». Находится в городе Тюмень. Ссылка будет указана под видео. И вы можете приобрести ее там. Модель стоила 3095 рублей, но есть скидки. Кто постоянный покупатель, я купил ее чуть-чуть дешевле, она ушла с ней. И я очень доволен. Ну вот, завершу обзор. Всем спасибо, всем пока.